посмотреть, если могу, себе фантазии погубить, что я сказала, спасибо. Смотри, как это. Да, смотрел. Но ты есть... мне объясняй, я тут. Ну смотри. Ну просто есть... ты по КД смотришь порнуху, а я не так. Почему? И ты меня сразу... И мне в смысле есть по что... КД, блядь? И мне есть что рассказать. А тебе нет, блядь, дручу на порнуху. В смысле дручу, нет, дручу, блядь? Дручу, что? А, не надо, может, последнее было лишнее. Ну вообще-то есть такая загвоздка, что когда ты смотришь порно, ты вроде бы смотришь, как два разных пола совокупляются. И ты на это смотришь по факту, ну... да? Не чувствуют ли себя пацаны куколдом после этого, когда смотрят? Потому что они типа смотрят, как другие люди замокупляются, а ты только сидишь на это смотришь. Ну ты, блядь, лох ебаный, потому что ты не занимаешься сексом, ты смотришь, как другие занимаются сексом, все. Пока. Да, я смотрю, но не каждый день, а... Два раза в день. Два раза в день, нет, смотрю, давай дальше. Скидывали кому-то свои интимные фотки? Владислав, привет. Сука, они стеснялись. Да что тут такого? Мне тоже кидали свои интимки, каждый день. Нет, ты кидаешь. А кидала? Я кидала. Но я обычно...